Пьеса «Любовь людей», одна из ранних работ современного белорусского драматурга Дмитрия Богославского, легла в основу одноименного спектакля Ульяновского драматического театра имени Гончарова, поставленного главным режиссером театра Владимиром Золотарем. Его премьера состоялась 23 ноября и повторно пройдет еще в выходные дни 27 и 28 ноября. Владимир Золотарь не изменяет себе и следует заявленным курсам на эксперимент и творческую инициативу. Любовь просто одна из тех материй, которыми театр занимается всегда, а это попытка исследования, так сказать, любви и одиночества такого современного человека, очень, по-моему, честная с одной стороны, и с другой стороны очень поэтичная. В спектакле задействован звездный состав труппы театра. Роли исполняют заслуженные артистки Российской Федерации Елена Шубенкина и Ирина Янко, артисты Юлия Ильина, Николай Авдеев и Алексей Гущин, Алексей Вольный, Татьяна Денисенко, Дарья Долматова, Валерия Шевченко и Марк Щербаков. Действие спектакля происходит в глубинке, где мужья порой уезжают от жен на заработки в Москву, но чаще уходят в недельный запой. Невероятно, но в этой монотонной, суровой жизни только и разговоров, что о любви. В день премьеры также состоялось открытие фотовыставки «Вот такая вот любовь у людей» по мотивам спектакля «Любовь людей». Съемки проходили в селе Подгорная Каменка Ульяновской области. Не забывайте прихватить с собой документы, удостоверяющие личность, и QR-коды, справки и так далее. Указ губернатора о новых правилах посещения театра в период неблагополучной эпидобстановки, связанной с коронавирусом, продолжает действовать на территории региона. Ирина Антонова, Улправда ТВ.